Ха-ха, дурак. Я был недавно в магазине, да, мебель, Хофф называется. Я насрал там на диване, то есть на выставке мебели насрал на диван. Я виноват в этом? Нет, не виноват. Поэтому я звоню, чтобы признаться в этом. Добрый день, компания Хофф. Меня зовут Александр. Как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, Александр. Вечер добрый вам. Точнее, доброе утро. Как у вас дела? Как настроение? Все хорошо. Что вас интересует? Я очень рад, что все хорошо. А у меня не особо хорошо. Вы уж меня простите, конечно. Я вот в магазине, да, вообще, Московское шоссе. Вот, шоссе, да, Московское, магазин, правильно понимаю? Вот. Второй. В каком городе? Самара, Самара. Да, есть. Самарина, Московском шоссе, магазин. Да, да, да. Я прошу прощения, значит. Светлана, да, вас как зовут? Не слышал. Фамилия, имя, отчество. Как вас зовут? Я не услышал. Как вас зовут? Да еще раз. Я вас не понял, как зовут? Александр. Вас? А, Света, да. Александр. Я вас понял, Светлана. Значит, вы меня простите, значит, за беспокойство. Значит, я вот в магазине сейчас. Я диван смотрел у вас. Тут диван, да, подобрал. Нужно мне. Вот. Ну, мне очень понравился, двухспальный все. Диван все как получится красиво. Вы уж меня простите, я человек не молодой уже давно. Вот. Ну, попробовал, ходил, высматривал, что ж как уже хотел ж себе на старость лет, думаю, подарок сделать. Ну, это самое. Сел на диванчик на ваш и обосрался. Вы меня простите, я просто не знаю. Вот никого нету консультанта. Это самое. Я вот номер увидел тут на, ну, висит этот баннер или как, листовка эта. Ну, я позвоню, думаю, насрал прямо на диванчик. Он тряпочный. Я это самое, уборщица или кто тут есть у вас на Московском? Я убрачу, насрал здесь. Нечаянно обосрался. Немного на линии, подождите. Да, да. Хорошо. Да, да, да. О, боже мой, почему мой дедушка такой? Зачем он какает так сильно? Мой дедушка... Спасибо большое за ожидание. Я сейчас попробую связаться. Привет, гладиатор. Плюс 79 миллиардов 117 миллионов 731 тысячу 712. Да. Попроси Богданчика позвонить малышке. Пускай скажет, что он ему тайный поклонник. По какому вопросу вам нужно перезвонить? Ну это самое, я вот стою, никого не вижу. Кто куда подойдет? Они найдут меня здесь, да, или нет? Сейчас. Да, вас найдут сейчас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я к вам вернусь. Я просто сижу на диванчике, меня слабит на нем, так мягко, удобно, что... В советское время диван был у меня, он деревянный той. Она это села на ваш новый диванчик, меня так слабит, что я обосрался. Не знаю, подойдет кто меня, я прям сижу здесь вон. Хорошо, вы сейчас немного на линии подождите, не отключайтесь. Да, да, 72 тысячи. Я сейчас к вам вернусь. Хорошо, Света. Хорошо, ожидайте. Да, да. Спасибо большое за ожидание.
Да. Я позвонил на стойку информации, сейчас вам должны будут подойти. Ожидайте, хорошо? А кто подойдет? Как зовут ее? Консультант данного отдела сейчас к вам подойдет. Ожидайте. Я не слышу вас. Как зовут, сказали? Имени я не знаю. Консультант, который работает в данном отделе, он к вам подойдет. Я сижу, меня вот оно продолжает из меня выходить, понимаете, о чем я? Да, я вас понимаю, ожидайте, сейчас к вам подойдет. Я насрал, блядь. Консультант магазина. Я обосрался, блядь, все диваны забрызгал уже. Быстрее, пожалуйста, пусть предпримут что-то. Да, конечно, ожидайте. Я, блядь, обосрался. Спасибо вам за звонок. У меня течет все, блядь. Нога мокрая, все вонючая, липкая. Хорошо, ожидайте, сейчас к вам подойдут. Еще какие-то вопросы у вас помимо этого есть? Да нету, блядь, мне быстрее жопу помыть, обосрал, воняет. Здесь клиент приходит, а мне жопу воняет. Добрый день, компания Хофф, меня зовут Дарья, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Валерий Альбертович. Светлана, да, вас? Приятно, Валерий. Дарья. Я понял, Свет, скажите, пожалуйста, вот на Космопорте, да, я позвонил, правильно, нет? Вы позвонили в единую информационную службу Хофф. Да, у меня просто здесь не пойму я. Я сейчас Космопора здесь, у вас магазин есть, Хофф. Это самое, я ходил по магазину вот этого вашего мебельного в Космопорте. И это самое, диван здесь смотрел себе. Вот этот понравился, сейчас мне стою возле диванчика. Мне он понравился, кожаный. Я сел, на него, да, и обосрался. То есть... я не знаю, просто извините, может, не туда звоню, просто куда обратиться, там никого нет, консультантов. Я сел и обосрался, бля. То есть, на диван брызнул. Оставайтесь на линии, уточню информацию. Да, пожалуйста. Чела. За ожидание, я уточнила информацию, да. С вами в ближайшее время к вам подойдут. Нет, так они хоть бумажку мне принесут, вытереть, воняй здесь. Люди ходят, я пенсионер, у меня насрано, блядь, все брызгает здесь, блядь. К сожалению, да. Я больше ничем вам не могу помочь в этом вопросе. Что, к вам в ближайшее время подойдет сотрудник. Я с вами сел, прощаюсь, всего доброго, до свидания. Послабила, блядь. Парк администратор Екатерина. Здравствуйте. Алло, Екатерина, здравствуйте. Да? Здравствуйте. Да, слушаю вас. Валерий Альбертович, зовут меня, имя полное, Жмышетку. Да, алло. Да. Приятно, Валерий Альбертович. Какие у вас вопросы? Спасибо, Светлана. Я это самое, вот тут-то у вас сейчас в Лимпопо, да? Я плавал здесь в бассейне, обосрался, как сказать, извините, стыдно. В общем, я нечаянно покакал в воду. Алло. В каком бассейне? Стой. В каком бассейне? Я не знаю, вы тут возле бассейна, нет, не видите? Алло. Зараза, Да. Здравствуйте, компания Хофф, Николай, зовут, как мы обращаться, чем могу помочь? Здравствуйте, вечер добрый, дорогой мой, точнее день добрый. Светлана, да? Святослав, добрый вечер. Как дела? Да, алло. Николай, меня зовут. Да. Номер заказа подскажете? Я вас понял, Светлана. Значит, я не по этому вопросу, вы уж меня простите, я пенсионер. Дело в том, что здесь у вас акварель торговый центр, я нахожусь, да, вот, в Тольятти. Вот, смотрю, диваны здесь разные. И самый хороший выбрал себе, хороший самый, дорогой, мне на старости лет надо. И присел, а меня что-то так разморило, расслабило, послабило. Я пернул и обосрался. Я не знаю, куда, куда, здесь никого нету. Вот звоню на стенде, вижу номер ваш. Набрал сказать, куда мне, что мне, как мне быть-то. Я обосрался. Я вас прекрасно понимаю и знаю, что вы стример из Самары. И спасибо за обращение в наш центр. Не понял.
Я знаю, что вы стример из Самары, что вы звоните пошутить по данному вопросу. Кто? Вы. Я вас по голосу прекрасно узнаю, и, к сожалению, на данный вопрос и не отвечаю. Ладно, все, я поехал. До побачення. Валер, позвони по номеру +7 968 210 782. Евгений Ерухин, представься полковником ФСБ. Скажи, что в документах погос. Таня ошибку сделал, теперь поедет чалиться. Тойота огорчила. Давай тогда за лекцию споясним. +78 462 112 024. Как у вас там, ну, обстановочка в данный момент? Все хорошо. Точно, да. Здравствуйте, Валерий Альбертович. Да. Не могли бы вы позвонить инспектору ЖСЖ Степану и заказать инспекцию? Вот кому что обращаться вот уже? Я не первый раз здесь у вас. Я сейчас нахожусь в Чайке. Угу. Я обосрал вам бассейн. Ну, бывает. Ну, я плавал и не заметил, угу. Оно слабит меня. Я раз туда и напудюрил, блин. Оно, дед, сука... Ты? А? Дед, это ты? Не понял. Как зовут тебя? Антон Павлович Фекалис. А, не, ну я знаю такого, да. А, ну вот я вот тут сейчас. Можете прийти ко мне? Сейчас. Я надубонил. Сейчас? Да. А может, потом? Да. Это будешь, да, потом сделать? Да, да, да. Да, да. Да, сейчас я разговаривал просто. А. Так, что еще раз нужно? Я вот плаваю сейчас в бассейне. Да, в чате. Да, да. Ага. И да, вот да, это да. Самое. Ну, плыл, да пернул, бля. Я, ну, все, раз, и вышло с меня. Куда? Че? А куда вышло-то? Ну, вот оно в бассейне все плавает, я его рукой обратно. А в смысле? Ну, ты же в трусах был, ты че? Не-не, у меня нету. Я так вот... А, нету тебя? Не, а, ну я так и подумал. Ничего страшного. Ладно, пошел дальше плавать тогда, раз ничего страшного. Ничего страшного, конечно, что. Утка, блядь, сука, блядь, чё это, блядь, гадость. Блядь, я тут попал.